Очень хочется посмотреть катушки. Не знаю, это катушки не Тесла, но катушки высоковольтного экспериментального института. А через охрану идти неохота. И, похоже, единственный выход – это пройти через кладбище. Дождь начинается. Надеюсь, они не рабочие. Потому что находиться в такую погоду возле чего-то высоковольтного приятного мало. И вот он, первый агрегат. Я слабо в школе учил физику, но это вроде изолятор. Дождь между тем усиливается. В принципе, забор клёвый. Поищем другую лазейку. Сейчас главное не спалиться. Установка, конечно, гигантских масштабов. Под нее я не полезу. Что охрана тут бдит. И где-то могут быть камеры. Ну, посмотреть охотца. Охрана где-то там. Вон будка видна. Территория маленькая. В общем, все стоит. Все пока в порядке. Пока меня не замели, полезу-ка я назад. Следующая цель – башня Тесла. Ну вот отсюда уже видок лучше. Здесь у нас КПП. Что-то я камер не вижу, кстати. И вон они, эти катушечки. Походу зря я очковал, охрана здесь какая-то сонная, если она вообще есть. И видеонаблюдение что-то не наблюдается. Сейчас зайдем с этой стороны, посмотрим. Со всех сторон лес, хорошо. Можно наступать со всех направлений. Тут прям видно, домик охраны простреливается. А вот они, ворота. Центральный вход. Вон они, катушки, мана. Бля, охране настолько пофиг, что на 10 минут уже не выходит. Просто собрался народ, а охранники такие. А он считает, может, сколько бабок тут было? 7 соток такой, может, косарь. Митинг? Митинг? Если
означает, что за такой критерий, то еще и развернеть подъезд. Ну, тут они-то быстрее придут, чем охранник. Короче, встретил я ребят. Хотели мы пройти через охранника легально. Ну, потому что ребят там много было. Ну, чё. И это... У охранника не докричались. Может, телевизор, может, спит. Собака тоже какая-то сонная. Решил я еще немножко поглядеть, пока такая масть. И все, и тоже валить, 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 валить. Короче, такие катушки. С деревьев не видно их. Собственно, вот. Парадный вход. Можно было не лазить через заборы, не рвать штаны. Но это неинтересно. Даже такая тропинка протоптана. Ладно, посмотрим эту катушку еще отсюда. И на лыжи. Там трещит. Так, 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 так. Блять, будка охраны прямо в видимости. Мощное сооружение. Ладно, вроде со всех сторон запечатлел. Под ней лазить не буду, потому что вроде как эти стенды еще используются. Что хрен его знает, что там. Остаточное напряжение, все дела. Вообще все.